Я счастлив быть в стенах университета, в стенах, которые пропитаны любовью к каждому студенту, я говорю, каждому ребенку, который приходит и в университете становится действительно специалистом. Я, конечно, не все знаю, но из того, что уже известно, я не знаю, можно описывать десятилетиями, сколько труда вы вложили для того, чтобы университет находился на таком высочайшем уровне, с очень мощной дисциплиной, и вы продолжаете нести этот флаг, флаг знания, флаг образования, и вы знаете точно, что от того, насколько вы качественно будете обучать, качественно будете воспитывать молодежь, студентов, от этого зависит будущее нашей страны. Я знаю, что именно так вы это оцениваете, и за это вам нижайший поклон. Около 7 лет назад создан проект «Алашара», до этого еще были другие проекты, и мы поставили перед собой вопрос сохранения нашего этноса и развития нашего этноса. И мы четко для себя осознавали, что для того, чтобы нам сопутствовал успех и удача, нам нужно создать хорошую команду, команду из молодых ребят. И нам нужна очень системная, последовательная программа, которая будет позволять вовлекать все абазинское население в эти процессы. И успешно реализовывая эти программы, меняется наше сознание, появляется вера в то, что мы можем своими руками все, особенно когда мы вместе пишем программы, вместе пишем свое будущее, свою историю и воплощаем в реалии. И вот на сегодняшний день, если говорить о том, как было, например, 6 лет тому назад, 7 лет тому назад, когда я вот также встречался с молодыми ребятами, смотрел им в глаза, была какая-то пустота. Я не чувствовал энергии, не чувствовал силы. Была полная апатия, неверие ни во что. И мы договорились, что мы будем работать, что мы можем своими руками каждый день строить свою судьбу, потому что судьба каждого человека в его руках с Божьей помощью. Если человеку просто помогать, он портится. Но если человека повести в правильный путь, в правильный вектор, немножечко подсказывая, причем первые шаги, человек готов решать любые задачи. И вот пройдя, вот сегодня вот чуть больше 6 лет, когда я смотрю в глаза этих молодых ребят, я вижу яркое свечение, я вижу уверенность, я вижу то, что эти ребята не только хотят, но уже делают свою судьбу, строят свою судьбу. И эти ребята понимают, что быть вместе – это огромное счастье. В жилах каждого из нас течет уникальная, удивительная генетическая память. Наша история, она очень сильная. Наш этнос, я бы сказал, пережил и победил много тысячелетий войн, испытаний. И через эти все тяжелейшие исторические эпохи наши родители сохранили свою красоту, красоту нашей культуры, сохранили язык, следуя нашим традициям и сохраняя свой уникальный, очень красивый язык. Когда мы говорим на родном языке, мы становимся здоровее. Чем лучше мы знаем свой язык, тем легче мы будем учить другие языки. Поэтому
Вопрос языка, вопрос номер один. Любите свой язык. Вы вдумываетесь в каждое слово. Каждое слово несет колоссальную энергию. Если говорить слово «бзжа», «абзжа», «бзжа» – это песня, исходящая из языка. По сути, наш язык – это песня.